У нас в студии новинка от Godox, и я бы назвал этот цвет любимым цветом всех видеографов. Godox ML60B. А крут он, потому что он работает и от сети, и от батареек. Обожаю Godox за то, как они упаковывают технику. Такой вот малыш, который очень-очень круто светит. Самое интересное, у него есть вот такой небольшой Octobox, и он дает очень мягкий свет. Вы готовы? Как вам такое? А что самое главное, этот малыш может светить как теплым светом, так и холодным. Как вам такое? Лала, видно, да, что теплый свет? Да, видно. Делаем холодный. И холодный свет. Для того, чтобы эта головка работала от батареек, вам надо будет отдельно докупить батарейки. Они достаточно недорогие. Здесь очень удобное крепление. Готово! Теперь ваш ML60B работает на батарейках. А что самое главное, вы можете взять его вот так, спокойненько, на батарейках и использовать там, где вам удобно. Это очень круто. Godox, молодцы.